Вторая серия. Уборка во втором львятнике, да? Манька, ты закрываешься? Ты не пустишь меня, что ли? Ты меня не пустишь? Иди проверь, что тут происходит. Да, Зевс меня уронил, мы ящика лишились. Да, пластикового. Иди проверяй, что там есть. Иди посмотри, где там парень живет. Ты моя булочка, ты меня свалишь. Иди смотри, там парень бушует. Пойдем, пойдем со мной. Иди сюда. Он тут уже бушует. Я тебе только что убрала. Ты шо... А, нет, пеленки не снял пока. Молодец. А ящика мы лишились, он меня на него уронил. Боже мой. Не бойся, не бойся. Не бойся, он хороший. Да, кто тут балуется? И ты маленькая такая, не бойся. Давай, мама уберет у тебя, ладно? Что такое? Да. Сейчас будем тебя убирать. Да. Господи, какие вы тощие. Да, вот выберите пример со взрослых. Они уже не тощие, да. Любой мальчик. Мальчик. Девочка. Да, иди смотри, что происходит. Ты вообще не будешь с ним здороваться, да? Тебе не интересно? Ну, я пойду вымою тебя, ладно, малышка? Погуляй пока. Это яблоки их не едят. Это картошка, ее тоже не едят. Ну, по крайней мере, львы. Все остальные едят. А, игрушка Зевсова. Подожди, сейчас. Держи. На. Это его игрушка. Ее зашить забрала. Давай. Да, там еноты. Ему тоже это нравится. Ну, когда вот я здесь рядом с тобой, тебе он не страшен, да? За стеклом. Да.